Служить верой и правдой. В Запорожье свыше 200 нацгвардейцев приняли присягу на верность Родине. Торжественное мероприятие состоялось на территории воинской части 3029. О том, как прошел один из самых главных дней в жизни военных, расскажет Инна Гогой. Этот день они не забудут никогда. Свыше 200 бойцов нацгвардии выстроились на территории воинской части 3029. Здесь военные принимают присягу. В подразделении, говорят, большинство военных – солдаты-срочники, которых призвали на службу этой весной. Но есть в рядах бойцов и мобилизованные. Больше 180 військовослужбовців строкової служби та порядку 35 військовослужбовців відмобілізованих, які пройшли курс навчання. Так називаємо курс навчання молодого солдата, які отримали теоретичні, першочергові теоретичні знання і практичні знання з бойової спеціальної підготовки. І тепер вони готові приймати, складати військову присягу і бути вірними і відданими українському народу. Поддержать новобранцев на присяге приехали родители, друзья и любимые. Близкие бойцов уверены, служба в армии пойдет ребятам на пользу. Эмоции переполняют. Вообще очень понравилась часть. Так все аккуратно, чисто, хорошо. Слышу, что голос веселый, настроение хорошее, бодрое, поэтому особо сильно как бы не переживаю. Родителей уважать буду. Ну и свою, естественно, Украину. Я считаю, что каждый должен. Я бы всю молодежь отправлял, честно. По новым правилам призывники с высшим образованием будут находиться в армии год, остальные – 18 месяцев. Изменился и возраст будущих солдат. Теперь призываются юноши от 20 до 27 лет.